Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Предлагаю полистать 12-й каталог Avon вместе, посмотреть, какие здесь есть акции, скидочки, а также скидочные брошюрки, распланировать покупки, так сказать, и посмотреть, что будет выгоднее купить именно в этом каталоге. Ну, первая брошюрка, здесь у нас призы за монетки. Я, честно говоря, не знаю, что взять, и не знаю, нужно ли потратить их именно в этом каталоге. Если вы знаете, напишите, пожалуйста. У меня одна или две нотки, и, ну, не знаю, я не знаю ни один из ароматов, которые здесь представлены. Может быть, селебре взять, может быть, и, не знаю, как правильно читается, вот эта вот водичка, дебют, желтенькая. Ну, арбузную однозначно я брать не буду. Вот мужскую Виктори, наверное, можно взять за одну нотку по хорошей цене. Но однозначно, наверное, нужно их потратить. Поэтому, девчонки, вот что берете вы, напишите, пожалуйста, что посоветуете взять за нотки. Конечно, за большое количество ноток. Здесь шикарные призы. Тем, кто занимается Avon конкретно, у кого есть своя там структура, скажем так, мне кажется, не тяжело будет набрать такое количество ноток. Может быть, даже получить iPhone. Брошюрка мне пришла с 10 по 30 сентября. Скидочки на первой странице здесь. Наборчик весенний микс. Сыворотка против выпадения волос. Лак для ногтей. И заколки для волос. Две штучки. Все это за 199 рублей. Я лаками не пользуюсь. Кто пользуется, мне кажется, предложение хорошее. И сыворотку для волос. Линейка профессиональная. Здорово. За одежды, девчонки, я присматриваюсь к вот этой пижамке. А, ну здесь у нас только один размер. Видите, это распродажа. Вот такая пижамка, это не мой размер. 699 рублей плюс скидка консультанта. Выйдет рублей за 500 с чем-то. И 40-42. Самый маленький размер распродаю. Очки неплохие. И оттеночек такой у них носибельный, скажем так. Сиреневый, голубенький. 599 рублей. Хорошая цена. Полотенце тюрбан за 299 рублей. Вот оно, штука очень полезная. Я тоже такого плана штукенцию жду с Али за 100 рублей, правда? Если уж не дойдет, буду заказывать в Эйвен. Очень красивая бижутерия и цены. Просто вообще, кто носит бижутерию, присмотритесь, девчонки. У меня вообще на бижутерию, на сережке сразу начинают чесаться уши. И не очень комфортно ее носить, максимум час-два. Единственные серьги, которые я ношу уже почти неделю, это вот с Алиэкспресс за 50 рублей. И у меня от них не чешутся уши, я в полном восторге. Эти сережки тоже сейчас в тренде. В принципе, у каждого производителя можно их найти, кто изготавливает бижутерию. Очень они популярны сейчас. Смотрела обзор на органайзеры вот такие, если это они у Иришки. По-моему, нет, это маленький, у нее был больше. Но здесь их два, и они будут стоить 2 279 рублей. Но мне кажется, все равно сюда много влезет. Две штуки, поставить свои кремчики, масочки. Нормально. Держатель кольцо для мобильного телефона. Тоже крайне удобная штука. У меня такие есть. Но, конечно, я брала тоже не за такую цену. За 30-40, максимум 50 рублей. Так же, как и лампа селфи, которая присоединяется к телефону. Тоже я ее на Али заказывала. Рублей, наверное, за 50-60. Ну, максимум 100. На последней страничке у нас приспособление для кухни. Это набор кухонных принадлежностей. Шинковка, терка, соковыжималка. Ну, в общем, универсальная такая штукенция за 399 рублей. Это недорого для такой штуки. Если покупать по отдельности, выйдет гораздо дороже. То есть мы здесь можем и выжимать цитрусовые. У нас здесь шинковка, терка. А, так, отделять желток от белка, насадочка, крышечка. То есть хранить все это дело мы можем в холодильнике. Материал полистирол, полипропилен и сталь. В принципе, нормально. Я присмотрюсь, кстати, это удобно, когда вот так все в одном. Очень удобно. Крайне скудная аутлет 13-го каталога. Здесь всего как бы две странички. И, ну, не знаю, меня тут, в принципе, ничего не заинтересовало. Здесь есть одежда, бижутерия. Вот она. Ну и на последней страничке немножко косметических продуктов. Единственное, что лосьон для тела 750 мл за 159 рублей Эйвенке. Но у меня такой стоит уже. Мне больше не надо. Гель для душа маленький. Спа-маска для волос. Вот тоже Планет Спа. В принципе, серия мне пока устраивает во всем. Девчонки, 200 мл 199 рублей. Кто пробовал, напишите, пожалуйста, стоит ли брать. Действительно ли
Подойдет она для сухих волос, прям вот хорошо лепетает. Охлаждающие подушечки для кожи вокруг глаз, две штуки, 199 рублей. А, мне кажется, они многоразовые, то есть их храним в холодильнике, прикладываем по утрам, охлаждаем веко свое нижнее и кладем обратно в холодильник. Вообще, в принципе, это вещь. Можно еще какую-то сыворотку капнуть под патчи, так называемые эти. Если они действительно многоразовые, то это достаточно выгодная покупка. Ну и все, девчонки, больше тут, в принципе, смотреть реально нечего. Аутлет такой вот скудненький. Ну и сам каталог, девчонки. И сразу на развороте полюбившийся многим Ив Дуэт новинка. И будет стоить он 1400. Конечно, за такую цену я брать не буду. Тем более, сейчас мне очень понравился аромат лак. А он мне в следующем каталоге придет как приз по легкому старту. Поэтому с ароматами пока подожду перерыв. У меня малышек накопилась тьма. И к тому же, что хочу сказать. Вот голубой, да, зашел вообще, и шлейф у него классный. И он раскрывается. Там чувствуется альфракторная пирамида. А вот этот вот желтый, ну, вообще не зашел. Он моментально практически выветрился с моей руки. И я его не ощущала уже через час совершенно. Поэтому вот видите как. Один удачный, другой нет. Вот можно было бы взять отдельно голубой. Я бы взяла бы с превеликим удовольствием. Девчонки, из ароматов все-таки я буду брать Incandescence 30 мл. Потому что на него классный цена. Он мне очень нравится и нравится давно. Прям люблю его шлейф и обожаю. Поэтому обязательно за 299 рублей акции воспользуюсь. Мицеллярный освежающий скраб для лица. Шок цена, хотя в прошлом каталоге он был гораздо дешевле. По 190 рублей нам предлагают его в этом. И, девчонки, я пользуюсь им с огромным удовольствием. Получив в предыдущем каталоге пробник, я заказала полноразмерку и очень довольна. Я использую его как умывалку, когда наносишь на лицо или на руки сначала. Катышки эти маленькие, такие частички не чувствуются, а потом как будто он действительно... мицеллы раскрываются, и получается такой мелкий скрабирующий эффект, отшлифовывающий, я бы даже сказала, и мне это жутко нравится. Там наверняка есть что-то типа ментола, потому что когда вы все это дело смываете с лица, то прям такой холодок, который держится, кстати, ну, прилично на вашем лице и подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Мне нравится в этом мицеллярном скрабе абсолютно все. Я с удовольствием буду использовать его как умывалку на постоянной основе. Слышала очень хорошие отзывы на вот это масло для губ, но в этом каталоге это не самая выгодная цена. Липкости особенно не вызывает, говорили девочки, если нормально нанести. Но вот эффект действительно как на фото. Начинается осень, можно уже пользоваться румяными пудрами, тональными кремами в холодное время года. Но я не знаю, буду ли я возвращаться к тональникам, меня без них все устраивает. Но румяна шарики хочется. И если сравнивать даже с Faberlic, здесь больше и объем, и они мне как-то интереснее по цвету. И по цене они гораздо дешевле, 299 рублей. Я бы взяла себе какой-нибудь... Наверное, нейтральный вот такой, а может быть даже такой. Их же можно и вместо хайлайтера, консилера, бронзанта использовать. Поэтому вот такие румяшки, давно на них смотрю, возможно, в этом каталоге по такой привлекательной цене буду брать. И причем, если мы что-то покупаем со страницы, так, с этой, из предыдущей, где у нас были тональные крема, вот с этой, то мы можем приобрести консилер, хайлайтер для кожи под глазами за 199 рублей. Вот такая вот акция. У меня такой есть от Faberlic. Как закончу его, обязательно попробую от Avon, потому что видела, многие девочки его хвалят. У нас здесь новиночка. Жидкий бронзер-хайлайтер. Вообще это удобно, кстати. Вот так вот пипеточкой, мне кажется, это удобно, как сыворотку, да? И смотрите, сколько много здесь у нас оттенков. И совсем светлый, бронзовый, и прям вот для сильного загара, лунный свет, мягкое сияние, и даже вот такой вот розовый. Вообще прикольно. 490 рублей, правда, отдавать жалко. Здесь всего 14 миллилитров. Если будет какая-то акция, то возьму. Шок цена на тушь супер длина акцент. 199 рублей. Я прям не знаю. Я все еще с тушью не определилась, какую мне взять. Но тут нам говорят, что на сайте I Recommended у нее прям 5 звезд из 5. Поэтому не знаю. Если вы пробовали вот эту тушь, то напишите, пожалуйста. Более распахнутые ресницы до 61%, но
Не знаю. Девчонки, помада Ультра плюс карандаш у нас можно приобрести будет за 349 рублей. Нужно будет для заказа этого набора указывать два кода в одной строчке. Быстро, я так понимаю, потому что я видела уже, что когда такие акции, девчонки сталкиваются с проблемами, что не удается быстро ввести два кода и не проходит эта акция. Помада Ультра у меня есть, она классная, прикольная, но совершенно не стойкая. А по текстуре, по своей, по цвету, по запаху, она мне, в принципе, очень нравится. Единственное, что приходится обновлять. Ну, вот как раз с карандашком, наверное, это можно будет делать пореже. Кисти, девчонки, мне кажется, очень хорошая цена на мультифункциональную кисточку. 150 рублей, вот она, скошенная. То есть можно и губы красить, брови подводить, и глаза. И маленькая кисточка за 170 у нас получается. Двухсторонняя кисть для бровей, да. Она у нас, с одной стороны, не скошенная, с другой стороны, вот такая щеточка. В принципе, для хороших кисточек это нормально. Цена у нас на люксовую помадку серии Люкс. 349 рублей она всего будет стоить. Я не пробовала, но у меня сейчас скопилось такое количество помад, большое количество помад, что пока не буду точно заказывать. Я так понимаю, она с легким шиммером, но, судя по фотографиям, мне сейчас как-то больше близки матовые текстуры. Масочку для ногтей и рук. Все так же идет шок цена 119 рублей. Девчонки, она мне очень понравилась. Действительно очень. Я попробую еще, так и не попробую ее под перчатки на полчасика хотя бы одеть, как она себя поведет. Но я использую ее просто как ночной крем. И мне очень нравится. Она здорово питает и увлажняет руки. Действительно питает. Прям вот впитывается хорошо и проникает, мне кажется, глубже, чем вот обычные крема для рук. Она хоть и совсем маленькая, 30 мл, но для ночного ухода я вот, пожалуй, себе возьму еще одну. Для тех, кто пользуется обычными лаками, новинка. Спрей для высушивания лака быстрого появляется. Вот он. Не знаю, насколько это удобно, я к обычным лакам больше даже и не перейду. Любая тушь за 169 рублей. И здесь она представлена у нас только в черном цвете, да, все черные, цветных нету. Я тоже не, и с этими тушами не знакома, но вот судя по кисточке, я бы, конечно, купила удлинение. Farway новый дизайн и новые ароматы появляются потихоньку. Я помню этот аромат еще со школы, и он мне нравился, потому что тогда как-то выбор ароматов был весьма ограничен, а этот такой интересный. Новинка Infinity, Farway Infinity. Сейчас вместе с вами ее понюхаем. И пахнет она классно. Действительно классно. Жасмин. Но это не приторный, не сладкий аромат. Он очень интересный. И вот голубого цвета, он не зря. Здесь есть нотки свежести. Но, девчонки, если есть каталог, нюхайте. Если нет, заказывайте пробники, потому что, ну, говорить о ароматах можно много, а на каждом он раскрывается по-разному. Еще одна акция на ароматы. Мы можем приобрести за 649 рублей любой из представленных, если возьмем два. И здесь у нас Incandescence голубенький, Little Black Dress, Cherish Moment сладкий, не люблю, Incandescence Lotus. Ну, я так понимаю, здесь сладкие, а здесь терпкие. Мне ни один из этих ароматов не нравится, но я не все, правда, нюхала. Кто пользуется, акция хорошая. Это полной размерки, 50 мл. Малышки по 230 рублей, но это дорого. Это реально дорого за 10 мл. У нас почти за такую же цену можно взять 30. Но можно взять набор гель для душа. Лосьон для тела даже, да, не гель для душа, а лосьон для тела. И аромат 10 мл за 349 рублей. Ну, не знаю, насколько это тоже выгодно, потому что они бывают по 99, а вот эти по 170. То есть за 260 рублей, получается, можно будет взять, если поймать акцию, такой набор. Поэтому за 349 я здесь выгоды абсолютно никакой не вижу. Нам предлагают попробовать вот эту вот сыворотку с витамином С за 30 рублей в пробничке. Девчонки, кто не пробовал, берите, потому что вот этого вам пакетика хватит раз на 20. Я первый раз выдавила так от души, ну, вроде как они одноразные, нанесла на лицо. Жду чудес.
А она не впитывается, и она реально жутко липкая. И просто, ну, и спать даже не лечь, потому что ужас какой-то. Я даже писала в официальной группе, как бы там под постом у девочки отзывы какие-то, что, ну, сыворотка вообще какой-то кошмар. Она ни грамма не впиталась, часа за два я так легла спать, она вытерла себе подушку и все. В итоге я дала ей второй шанс и нанесла ее еще раз, но прям вот капельку, самую капельку, и распределила по лицу, потому что это какая-то жутко масляная основа. Я привыкла, что сыворотки у нас легкие и подготавливают кожу к дальнейшему уходу, то есть как бы, чтобы крема наши проникали глубже. А здесь получается масло, реально масло масляное для лица, поэтому самую каплюшечку берете и распределяете по всему лицу. И тогда, да, тогда она впитается через несколько минуток. Главное, не переборщить, девчонки. Смотрите, аккуратнее. Еще такой пакетик, из него выдавливается много. Аккуратненько, прям капельку-капельку. И тогда уже более-менее эффекты. Кстати, тон выравнивается. Она неплохая на самом деле. Но вот и расход получается у нее очень экономичный. В общем, одни плюсы у этой сыворотки. Я никогда не пользовалась линейкой Aventru антивозрастными средствами. Девчонки, кто брал? Как вам вот эти крема? Потому что цены на них очень хорошие. Для лица с SPF 30 дневной крем получается. Вот он. И у нас антивозрастной ночной гель для лица. Вот такой. Если вы брали, расскажите, пожалуйста, ну вообще, стоит ли? Здесь пишут, что 93% женщин подтвердили, что ночной гель уменьшает видимость морщин и улучшает внешний вид. За 270 рублей хороший крем взять. Это нормально. Новинка. Маска с микропузырьками. Кислородная, против прыщей и несовершенств. Мне кажется, девчонки, я у кого-то в обзоре уже ее видела, и никаких пузырьков там и нет. Как ожидается, что она начнет немножко на лице пениться. По-моему, здесь ничего такого нет. Если я не ошибаюсь, видел именно эту маску. Еще хотела у вас спросить про линейку с огурцом и алоэ. Вот у кого есть увлажняющий крем для лица, алоэ, может быть, или вообще эта линейка? Есть ли там действительно в составе алоэ и на каком оно месте? Вот прям очень интересует. Также то же самое по поводу вот серии с огурцом, потому что они немного схожи по действию с алоэ, но цены такие бюджетные, поэтому мне кажется, что она, наверное, там будет где-то в самом низу. Но если у вас что-то есть из этой линейки, напишите, пожалуйста, про состав. Я одежду сюда пролистываю, тут прям у меня взгляд задержался на этой странице. Новинка, костюмчик такой симпатичный. Но, правда, 1800, это совсем не бюджетно, а так прям вот очень мне понравилось. Вот органайзер, про который говорила Ирина. Ириша, если ты меня смотришь, привет. 299 рублей, это для него хорошая цена. Сюда очень-очень много влезает. Я видела у нее обзорчик. Прям, ну, очень много влезает, поэтому есть смысл к нему присмотреться. И опять у нас тканевые масочки идут со скидкой 79 рублей, минус скидка консультанта, за 60 с чем-то они обойдутся. Именно такие две я еще не пробовала. Судя по всему, они корейские, я так понимаю, потому что перевода на ней, по-моему, даже нету. Возьму, конечно же, попробую. Серинканта. Мне очень зашел вот такой вот голубенький лосьончик, спрей точнее, парфюмированный. И здесь у нас 195 рублей, но я пока брать не буду, потому что у меня его еще достаточно много. Но как будет заканчиваться, я однозначно его буду брать, потому что аромат, который держится на теле больше суток, это вообще, ну, здорово, дорогого стоит. А на маске у нас акция. Любая маска для лица за 145 рублей. Конечно же, есть соблазн взять какую-то. Я пока пробовала только маску-пленку. Роскошное обновление. Мне нравится. Выравнивает цвет лица. Кожа мягенькая. Хочу что-то взять, наверное, с глиной. Или превосходное очищение. Ну, в общем, выбор богатый. У нас здесь даже подразделы есть. Матовая кожа, сияющая, упругая. Кожа без шелушений и сухости. Вот буду выбирать, девчонки. Если есть у вас фавориты из этих масочек, тоже, пожалуйста, напишите. Я пока вот только одну использую. Что меня заинтересовало, у кого-то я в обзоре из девочек тоже видела, крем для лица с алоэ и огурцом. Вот тоже, девчонки, если есть у вас такой, если пользовались, действительно ли там алоэ или так себе. Любое средство по уходу за ножками у нас будет за 100 рублей. Я тоже обязательно присмотрюсь. Но хочется, конечно, как всегда, взять проверенное средство. Поэтому, если в этой линейке у вас есть какие-то любимчики, то
напишите, пожалуйста. Девчонки, ну вот новинка относительная для укрепления волос, да, серия. Я брала себе и шампунь, и бальзам. И что хочу сказать, как бы, ну, они нормальные, они реально нормальные. И шампунь тоже похож немножко на драгоценные масла. Он обладает кремовой такой текстурой, очень приятный. Но что они укрепились, я вообще не знаю, как это проверить. Вот здесь показывают на 98% укрепления. То есть они будут меньше выпадать. Ну, нет, это бред вообще, потому что это все гормональное. А как шампунь и бальзам, они, в принципе, ну, нормальные, обычные. Там чудес никаких от них не ждите, но попробовать можно, тем не менее. Из детской линейки Frozen в прошлом заказике у меня был вот такой вот спрей для облегчения расчесывания. Что хочу сказать, девчонки, помимо, в принципе, аромата, который мне очень и ребенку нравится, здесь ничего чудесного нет. То есть, ну, не сильно он помогает, если честно, не сильно облегчает расчесывание. Есть у нас средства и гораздо лучше. Поэтому, если сильно путаются волосы у ребенка, не советую. В линейке при покупке двух и более средств у нас будут действовать специальные желтые цены. То есть, любое средство можно будет взять за 109 рублей. Пену, шампунь, спрей, гель для душа. Я посмотрю. Может быть, что-нибудь и выберем. В пенах для ванн у нас новинка, которую можно потереть и понюхать, как здесь написано. Я уже потерла и понюхала, и мне нравится. Аромат прикольный. Он, знаете, такой вот какой-то унисекс. Да, действительно. И мужчинам, и женщинам подойдет. И любая у нас за 300 рублей получается в объеме литр. Новиночку, может быть, даже и возьму. Naturals тоже при покупке двух и более средств у нас действуют желтые ценнички. И здесь прям полет фантазии. У нас и скрабы для тела, и лосьоны, и йогурты. В общем, все, что только душе угодно. Ну вот, мне, например, интересен йогуртовый скраб для тела. Освежающий. Вот такой вот. В объемчике 150 мл со 125 рублей, в принципе, взять можно. Потестить. Ой, лосьон спрей для тела за 125 рублей тоже при покупке двух и более. Видела, как девочки хвалят, и поэтому буду выбирать, буду брать. Мне очень нравится вот по описанию пленительная орхидея голубика. Вот этот вот. И что-нибудь свеженькое бы я тоже взяла. Например, зеленый чай и вербена. Аромат вербены мне в косметической продукции тоже очень-очень нравится. Опять нам предлагают за 399 рублей набор из 5 продуктов. Ну, мне кажется, здесь не очень удачно все подобрано и не очень выгодно. Можно все это дело купить дешевле. Пену для ванны, гель, спрей, мыло твердое, да, и вот какой-то нам сюда бальзам, уход для волос кладут. Из линейки Avon Naturals. Ну, не знаю, я не буду брать. Я разочаровалась в этих наборах. Мне кажется, это невыгодно совсем. И не очень удачно. Здесь у нас ароматики интересные в конце каталога. Смотрите на развороте. Для любителей пергланка 389 рублей они все будут стоить. Их, оказывается, здесь три. Я думала, он только один. Дальше у нас... Я не буду коверкать язык, а просто вам, девчонки, покажу. Я знаю любителей водички Blue среди моих знакомых. В общем, здесь представлены все ароматы, которые у нас идут по акции. Так, дальше вот эти. Ну, я из того, что здесь представлено, ничего не брать. А, и вот эти. Вот у меня тоже ждет знакомая скидочку на вот этот парфюм. 289 рублей он будет стоить. Это у нас X-Series линейка. И можно даже его понюхать. Вот да, она у меня такой ждет. Мои любимые карандашики для глаз по 160 рублей. И прям это у меня соблазн из соблазна. Здесь у нас есть и карандаш для бровей. Так, обычный карандашик у нас. И диамант. Диамант, который я обожаю, который идет с блесточками, который с шиммером. У меня есть сахарная слива. У меня есть сумеречный блеск. И, по-моему... изумрудный из вот этой линейки, да. И, возможно, я еще возьму коричневый, но не знаю, либо коричневый космический, либо коричневый сахар тоже взять с блесточками. Возьму однозначно за такую цену, минус скидочка консультант еще вообще шикарно. Вот такой у нас с вами, девчонки, был обзор по 13 каталогу. Если видео вам понравилось, я была вам чем-то полезной, ставьте обязательно лайк, пишите свои комментарии, я их очень жду, потому что пока в продукции Avon еще не очень хорошо разбираюсь, каждый ваш комментарий для меня крайне полезен и ценен. Ну, а я с вами прощаюсь, до следующих видео, пока-пока!